राधा राधा आना देउष्का वो नो богиня Любовка в Кришна любимая девушка Кришны да все как она Радха Лада Радха 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 наконец-то ты улыбаться начал ёба я до когда ты улыбался шримс это по-английски креветки шримп так это у нас форель шримп и вот это у нас еще раз как вот это называется блюдо Чё? Вот это как называется? Это френч тост. Так, просто френч. Френч тост. Французский тост. Французский тост. Макарошки тоже готовятся. Сережа, у тебя что показывает? Открытку какого года? 90-го? Ой, коротко это ужас. Байкал? Не. Так, как книжка называется? Алекс Лесли, как проснуться в гостях? Или секреты успешных свиданий? Это ты даешь Кириллу почитать, да? Да. Ну, лучше первая часть и вторая. Это бомбы. А это уже так себе. Читай. Ну да, если будет интересно, потом еще первую и вторую найдем. Первую и вторую мы найдем? Сможем почитать, да? Так, ну все, тогда закрывайте, пожалуйста, дверь. Начинаем нашу дискотеку. Она ругает. Сильно ругала? Да. Ну так, Наташа, не сильно, да? Давай скажем. Наташа. А давай для нее песню найдем одну. Наташа называется. Ты с тобой дальше хочешь. Вот мантра. Уже мантра. Это мантры пошли, да? Это мантры. Да я не хочу даже особо давать. Что, родители сказали, что по видео заметно, да? Что? Заметно по видео, что она кипишит, да? Да. Противная такая. А, заметно, что противная, да? Порыбай там. О, тут цена? Бхагавад-гита. Бхагавад-гита? Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Короче, вот это. Бхагавад-гита. Бхагавад-гита, это если правильно, правильные конечки. Просто Бхагавад-гита. На два такие большие. Я знаю, я смотрел фильм Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Как там война была, вот эта. Знаешь, война, которая была? В которой Кришна вел колесницу. Ну, война называется Махабхарата. 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 Там один час, ну, Кришна объясняет в Арджуне, как живешь, как жизни, как плохо, как право, что право, что плохо. Вот так он сказал. Просто такие часть называется Бхагавад-гита. И вот такие большие две книги. А я фильм смотрел Махабхарата. Махабхарата. Вот отлично, отлично. Очень отличный фильм вообще. Махабхарата. Война. Как просто. Да так себе нет. Вот его. Плохой. Ну. Человек. А кого это конечки ваши? Это моя. Санскрит. Вот отличный учебник. Санскрит хорошо умею. Ничего, ничего, потом все научишься, не волнуйся. Патанту санскритами, ваданту санскритами, дасанту санскритами, джаянту санскритами. О! Ты читать умеешь? Патанту санскритами, джайга пире ваданту санскритами, ласанту санскритами, джайанту санскритами. Ну, это говорит патанту. Читает санскрит ваданту. Патанту это студент. Патанту это студент. Я могу... Смотри, я вам могу перевести. Давайте изучать санскрит, давайте говорить на санскрите, давайте играть на санскрите, давайте побеждать на санскрите. Я перевел сразу. Да. Вот читает санскрит, да, я правильно сказал. Серега. Давайте чай закипятим, поставим чай чуть-чуть, попьем. Все, давайте стаканы, кружки. Только потом помыть надо, Кирилл, хорошо? Все вместе встанем, уберем. Потому что в прошлый раз, по-моему, когда мы уходили, ничего не убрали. Или убрали? Когда? Сейчас, когда уходили. Вчера? Когда вот попили масала чая, вот это, убирали все. Вчера?
чай, да? Сейчас. Форель. Шримп. 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 Учеба для санскрит. Санскрит учеба самая лучшая. По-моему, по-твоему. Шаверма. Французский тост. Французский тост. Да. Чай по-твоему? Да, любой чай, который есть, вот этот чай.